Давай, как только начнется запись, скажи: эх, как жалко, что Ромчик с нами нет. Эх, как жалко, что Ромчик с нами нет. Очень-очень жаль, что нет Ромчика. Он был бы с ним интереснее намного, да, миллион раз, а он не хочет. Я согласен. Вот ушел есть, могли бы сейчас вместе играть, радоваться. А даже когда придет, все равно не будем. Вот тварь, вот тварь. Я думал, он человек, а он из этих... Из нелюдей. Да, именно так. Этих. Почему не знаю? Дерево пизданется, кого-нибудь он убьет, может убить. Вряд ли. Не думаю, что здесь так все продумано. Не хочу проверять, на самом деле. Так. Мясо было. А где можно посмотреть, типа, с ползунок, сколько ты пить хочешь, когда ты захочешь пить? Нажимаешь персонаж. Бля, как бы игра сейчас не вылетела. Ты вылетел. Из-за чего? Из-за браузера? Ну, возможно. Может, у тебя процессора не хватает, чтобы обработать все сразу. Чего, матч не будет? Ой. Было бы грустно, если ты его выключил. Да. Так. Блин, тебе повезло, ты нашел этот фонарик, а то у меня вот фонарика нет, я вообще ничего не вижу. Так, пока тебя нет, пойду дерево вот это пистить. Хотя на улице темно. Уже? Да, уже 22 на улице. Уже 22? Да. Я когда уходил, было 19. Что за херня? Ну, не знаю. Или 20. Блин, вообще ничего не видно. Мне кажется, было 21. Ну, 21. А что так быстро тогда? А там я зомби-паука прям встретил, как только в угол зашел. Прикольно. Ты, сука, может попортить, там уже. Мы ему просто по голове дадим и все. Быстрее мы ему жизнь испортим, чем он нам. Блин. Минус одно дерево. Че? Запуск игры. А. Блин, будет херово, если пока я вот так вот, знаешь, руками типа просыпаюсь, такой, о, блять, меня запиздят. Вряд ли такое возьму. Почему мне персонаж не будет? Ой, кто-то большой идет. Аня просто бегает. Вот я его подловил, ты бы видел. Ты бы сразу хлопать стал. А ты то дома? Насколько круто я его убил, че? Ты дома? Нет, на улице бью деревья. Я вот дома. Буду выполнять задание. Все, тоже загрузился? Да. Фига ты быстрый. Ну да, есть немного. Фу. Фу. Интересно, сколько глубоко тут можно прокопать? Мне кажется, не слишком. Что значит улучшить? У меня задание улучшить деревянный каркас. Не знаю. Может, имеется в виду, типа, мне его поставить сбоку штучки? Да. Вот кисточка распечь. Да. Ну чё, Ромчик, пошли? Чё там, Ромчик? Чё там? Чё? Я тебе могу сейчас доказательство скинуть, что мы хотим, чтобы ты с нами играл. Да. Я уже заметил. Чё? Итак, без доказательств. Скидывай, он хочет. Че, Ромчик, давай. Пошли играть. Некий, ты опять вылетел. Зачем? Некий? Алло? Деревянный каркас, официальный сайт. Некий, ты вылетел?
Алло? В смысле, алло? Некит? Некит. Ромчик? Чё? О, меня опять кикнул нахуй. Я знаю, алло. Да. Ты вылетел, я же сказал. Не слышал? Нет. Нет. Жалко. Ничего, Ромчик, пошли. Че? Пошли, не запускай тогда. Я уже создал. Хамач, чтоб не забыть зайти. Ромчик, а вот эти твои приколы никому не нужны, мы хотим играть. Я не вижу. Че ты? Приколов не вижу. Ну, давай играть. Ромчик. Ромчик. Да. Выиграть. Ромчик. Ромчик, я без тебя 1600 камней добыл. А с тобой добыли по 2000. Добыли 600. Ча? 2000. Видишь, еще 3000. Какая-то пошли вместе добудем. Зачем? Чтоб круто было, вместе веселее. Пошли, Ромчик. Играть пошли. Ромчик. Ромчик, пошли играть. Вместе будем играть в игру. Будет. No. Пошли, Ромчик. 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 Пошли играть в игру. Ромчик. Ну отстань. Ромчик. Ромчик. Громче. Пошли, а то я приду к тебе домой и съем тебе еду из холодильника. Ну, а там это... Ну и все, все равно съем. Ну иди. Чё? Иди. Все. Я уже съел. Видишь, ты не заметил. Ромчик. Было страшно. Пошли, Ромчик, играйте. Ромчик. Не знаю никаких, пошли играть, Ромчик. Фига себе. Так много слов не знаешь сразу. Ромчик. Ромчик. Пошли. Ну я и долбою. Реально. Ромчик, видишь, некий ты за тебя, я так плохо себя чувствую. О! Тут есть вода! Только она здесь она очень кривая, правда. Прям жесть какая кривая, прям вообще пипец. Вы увидели бы, офигели. Прям вообще жесть кривая. Но зато есть. Мне даже плавать можно. И мне типа дали эффект, вы промокли. Да. Это сделано круто очень. И Шромчик, а то бы мы вместе бы нашли воду. Знаешь, о, ее даже бить можно. Она не сбывается. Вау. Вот вместе бы нашли Ромчик, было бы в два раза круче. Так вот, всё. О, все, у меня отметилось на карте торговец. Где найдет торговец? Вон, прикольно. Через 650 метров. Там есть торговцы, как раз эти фишки и нужны, чтобы это... Кстати, я, походу, нашел воду. Вот сейчас можно будет это стеклянные бутылки взять из дома, прийти сюда и воды добыть, а то воду очень трудно найти. Угу. Пойду это. Возьмем все бутылки, что есть у нас. Некие стеклянные бутылки ищи у себя. Это не дома. А банки могут? Ну, я не знаю, что там стеклянное, короче. Банки. Я тебе кинул приглас. Вот это приглас. О, Ромчик зашел. Да, реально. Спасибо, Ромчик. Ромчик реально зашел, хрена себе. Спасибо большое, Ромчик. Ромчик, ты че? Спасибо тебе, брат. Братан. Не, Ромчик. Ты просто жалко стало. Спасибо, Ромчик. Фига себе, Ромчик, ты жесткий. Я уже думал, ты из этих, а ты все-таки чуть-чуть есть, да. В душе где-то прям. В глубине, блин. Черствые корки. Почему-то так темно. Потому что ночь. Где, я не знаю, где. Я даже расстояние не знаю. Приглас, а. Потому что не принял. Я тебе кинул приглас. Ну ты приглас. Вот ты на 600 метров. Ромчик, здорово. Ромчик, беги к нам. Ты сейчас такое. Тут матч. Да. Типа. Ну так как я к вам прибегу, тут матч. Беги, все нормально. Смотри на меня. Я наверху, наверху. Где я? Выстрелю в череп, будешь наверху.
Блять. Ух, сука. Сейчас стрелу нахуй. Так, Некий, ты забрал стеклянные банки у себя? Да. Это хорошо. Может быть, тогда Ромчика подождем? Че? Ромчика подождем. Тут ночь, как я выйду живым отсюда? Можем к тебе прийти помочь. Поможем? Тут крыша. Бегаем, поможем. О, на 4 доступных очка какого-то хуя. Очка. Я кто-то в стиме пишет, наверняка Витёк прорад что-нибудь. Ой, ты мне, кстати, напомнил, я же хотел это DS2. Да, бензин вообще посмотрел. Эти мотоциклы могу делать. Че, реально? Ой, не мотоцикл, а веломеханик, теперь мини-байк. Прикольно. Да. Кто ты будешь? Нет. Погнали кончику. Почему ты вдал? Блять, ты че? Да погоди, я хочу. Фига ты натянул, блин. Не надо, Никита. Я ж тебе сейчас как-то по голове дам. Да, это начало странный рамочек. Ну, блин, я сейчас проблем с развитием. То есть такое. О. Как снять эффект жары? Либо раздеться, либо одеться так, чтобы было круто, либо... А чё они такие быстрые? Почему не бьют так много? Потому что они... Это уже ночь. Да, уже ночь, и уже дальше 7-го-1-го дня, типа, они уже мощные. На первом дне... Странно, что ты понял, что ты... Странно, что я понял то, что ты сказал. Что ты имел в виду, когда сказал 7-го-1-го дня. Значит, ты молодец, ты можешь воспринимать информацию. Тут костер, вы сжигали костер, здесь угли еще свежие. Да нет, не наш. Здесь так, да, мы зомби. Ромчик, мне идите на помощь. Да, мы были молодыми. Ебались налево и направо, заработали спит, сдохли. Во-во, нормально, песня, прикольно. Так, сейчас надо кровать скрафтить. О, да, дед, что я сделал? О, рил тебе. Что я сделал? Нет! Хуясь. Витёк, там опять что-то написал. Why are you gay? Why you have to be mad? Так. Чё, Рамчик сам добежит? Да не, я бегать не умею. Ой! Копье можно метать, где оно? Ты чё там? За что задали, хуй знает сколько. Сколько дали? Я сейчас 15 лямов. Ха-ха, и хрена себе. А, это может это как раз эти, то что ты в игре был? Вот как раз, наверное. Чё за фризы на несколько секунд? Да этот... Комп не тянет. Ооо, значит, не байкать. Этот сам. Некий сейчас что-то сбазарнул очень дерзко. Ну все. Реально. Пойду воды добуду. Где-то тут она была. Чё, Ромчик, мне тебе помочь? Чё? Побежать в твою сторону. Да нет, я какой-то путешественник. Идем к Ромчику. Да чё, куда вы идете? У вас же там база. А нет, уже рядом, сам. Нормально. Сразу даже ждать. Ой-ой-ой, толстый зомби страшный, большой. Да, не оскорбляй, он мир упитанный. Он тебе не Куплинов. Угу. Куплинов в меру... Жирный. Нет. Он в меру объемный. Я не вижу ничего из-за крови. Он меня глушил еще. Ну это круто, там кровь. Я, вроде, я сдох. Да, очень, я тебе так повезло. А у тебя вещи там были вообще с собой? Да все вещи, что у меня... Я все, что я играл, все вещи. Черт. Надо себе помочь, значит. А что это такое? Я иду раньше. А, значит, что ты мертв. Ну вот видите, я только зашел, я вам только проблемы создал. В чем прикол? Нет, у нас тут всех проблем. Зомби палит, он-то хотел бы. Он тебя тут примут, бабочки позовут полетать с ним. Он сожрут нахуй. О, я реально брал воды. Мутная бутилированная вода. Спускает говно тогда. Сейчас. Еще 2,5 часа. Так, ладно. Время 2. Тебе показывать как надо будет, если ты сам будешь. Смотри, ну заходишь, если тебе... Ты сейчас откинешься, что? Нет, почему? А, так, смотри, типа, ну, если тебе нужно будет именно менять аватар, а тебе, скорее всего, надо будет, ну, так же нажимаешь, да, вот в это меню заходишь, а потом на рабочем столе открываешь, так, вот это, да? Это старое, надо вот это открывать, вот. Она у тебя одна единственная будет.
почему-то возможности сбросились. Где я не вижу, здесь темно, я не вижу, где мой портфель. Странно. А, у него включены доп. Возможности, но при этом он все равно пишет, что они включены. А, во, ну короче, вот. Вот у тебя такое вот будет меню, ты нажимаешь вот на эту кнопку. И нажимаешь вот на эту одну единственную. Вот сюда, вот на синенькую вот эту. Mm-hmm. Пуск, типа, вот, все, она открылась. И ты просто берешь, типа, может. Ой, не надо было так делать. Ее не надо вот так выключать из процессов. Также вот так же нажимаешь, вот открыл, включаешь и все, типа ровно. Просто здесь запускаешь, здесь уже все конфигурации сохранены. Вот он сам все делает. Только если у тебя аватарка будет не дед, то у тебя не будет работать. Тебе нужно обязательно на деда переключиться. Ребята, я нашел. Нет, я смотрю на радар. Как ты меня узнал вообще? Ой, такой ты страшный. Тебя зомби не перепутают. Я сейчас тебе стрелу в жопу запихаю, блядь. Сам сказал. Так, мне пацаны к вам бежать? Знаете, нет, не хочу. Не, мы уже здесь. Пойду это водку кипятить. Ну все, ребята. Так, где домик? Не забудь этот ромчик поставить, эту херню, которая спать. Короче, ромчик сейчас встретим овациями в виде пули в голову. Номер. На мне. Или гранату, давай гранату. Давай. Давай. Сейчас отсоединю чеку. Если, если попадете, я не виноват. Это кто? Ты ферму. Нет, мое копье, где оно? Я его швырнул, я вижу, где оно? Где мое копье? Ой. Ромчик горит. Где мое копье? Ромчик в ударе. А я не вижу копье, где мое копье? Пало, оно красным подсвечивается. Меня зомби бьет, спаси меня. А, ладно. Да? Да. А я, мне придется опять заново бежать. Не, я тебя спасу. Я сдох. Сука, Ромчик. Спасибо, что сопроводили меня до базы. Да блин, я думал, ты сейчас найдешь копье, будешь себе пиздить. Да я не видом темно, и ничего не видно. Сказал, я думал, у тебя факел есть. Откуда у меня факел? Тут зомби где-то. Посвети вон туда, вон на труп. Ой, их тут три! Хрена себе, Ромчик, ты какой аппетитный, сразу три на тебя побежало. Навальный. Мне Навальный напал. Что делать? Он опять предлагает свои услуги. И одного да, блядь. Говно баны. Он жив, что ли, еще? Не, он нет. Так, где Рома? Ой, тут свет включился. О, Ромчик не так далеко. Угу. Свет включить. Пошли, Ромячик. А я выгляжу очень светло, когда вот посмотри на меня. Ты выглядишь как какой-то, знаешь, идешь такой спокойно ночью по это по улице, и там резко включается такой маленький свет. Короче, тебя плохо видно. Я сейчас ничего перед собой не вижу. А у тебя фонарь дальнего действия. Тебе повезло. Не сказал, блять. Близко. Блять. Метров 10 у нас вечер освещает. У меня вокруг только на 2, наверное. Я вижу Романа. Ромячик. О, некий тут зомби какой-то. О, некий, о, стреляй в голову. Блядь. Стреляй. Он странно бежит, да, я знаю, он вот так. Блядь, вот так как вот. Дурак. Бей, да, зомби, да, да. Он там зомби был впереди. Вся кувалду возьму. Бежим за ним быстро. Как бошку, блядь. Ой, размазан. Какой-то супер зомби, он даже наверху на карте помечается желтым, фига себе. Я стрелу пустил у него. Дай, давай. Где мое копье? Я сейчас его затыкаю ножом. Да где мое копье? Я ничего не вижу. Подбери где с рюкзака вещи. О, сейчас вот как раз утро будет. А, вот, так, где? О, утро наступило, сейчас это... Видишь, я теперь вижу его очень ясно. О, все, можно бить. Я. Ты что, попал? Че, как дела, зомби? Ромчик, тебе... Я потерял свое копье. Тебе нужна кувалда? Нет, я копье потерял. Ром. Видишь вон ту ферму? Нет. Вон. Куда я снимаю? Так, Walking Dead, ты че? Это наш дом. А копье мое где? Ты помнишь, что я кидал? Его же должно быть видно, где оно.
Или когда я умер, она тоже умерла. Нет, она не умерла. Да нет, она живет до сих пор. Где копье мое? А ну какого у тебя уровня было? А, ну оно было синего цвета, по-моему, или зеленого. Ой, это хорошо было. Третьего или четвертого. Ну поэтому выкинул он цепь. Я хотел попасть во Влада. Так, а где я пробегал? Я где тут бежал? Так, сейчас подождите, сейчас за водой пойдем, Ромчик. Да где мое копье? Оно должно быть вот здесь, вот, а я его не вижу. Сейчас будешь выбирать себе место жилищное. Выборы. Ромчик, у тебя случайно нет с собой короткой железной трубы? Я каждый день с собой ношу, но сегодня она у меня тут есть. Есть? Да. А мне бы мое копье получить. Сделал я тебе копье, когда ты дашь трубу, я тебе сделал ты два копья. Оно железное было и суперское классное. У меня дома есть железное. Только оно желтое. Ну вот желтое, а у меня было синее или зеленое. Где оно? Блин, ты не помнишь где? А, у меня же видео записано, я же могу посмотреть, где ты его кидал. Фига себе, как удобно. А, так вот оно.